Привет, друзья! Южная Корея запустила первую ракету полностью собственного производства «Нурик SLV-2». Ракета достигла высоты в 700 км и вывела на орбиту полезный груз. Ракета «Нури» — это трехступенчатая ракета среднего класса с жидкостными двигателями, работающими на керосине и кислороде. Она способна выводить на околоземную орбиту высотой 300 км груз массой 2,6 тонны. Предполагается, что стоимость запуска ракет будет около 30 миллионов долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.